Основные изменения по расходам в проекте бюджета и планы на 2023-2024 годы обсудили на заседании окружного совета депутатов. В частности, дополнительное финансирование планируется направить на капитальный ремонт Веденской школы в Звенигороде, техническое переоснащение и благоустройство территории. Кроме того, в округе скоро появятся и новые образовательные учреждения. Детский сад на 400 мест в Усарской Балладе. Готовность уже почти 50%. Сдать объект мы должны досрочно, в декабре этого года. На площадке у нас в августе побывал губернатор Московской области Андрей Воробьев и лично оценил ход работ и то качество, с которым подрядчик эти работы проводит. Увеличены расходы на проектно-изыскательские работы и строительство других объектов образования. На школу в Гусарской Балладе будет направлено 405 миллионов рублей, на детский сад в Кубинке – 147 миллионов, а на пристройку к Немчиновскому лицею расходы увеличены на 601 миллион. Дополнительное финансирование планируется распределить и на другие сферы деятельности в округе. На предоставление жилых помещений детям-сиротам в связи с увеличением контингента на 8 человек дополнительно предусмотрено 48 миллионов рублей. На переселение семей из непригодного жилого фонда 28 миллионов рублей, в том числе за превышение общей площади жилых помещений и увеличение стоимости 1 квадратного метра жилой площади, наших собственных средств направлено дополнительно 15,5 миллионов рублей. Еще 43 миллиона рублей пойдет на проектно-изыскательские работы и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, финансирование направят на ремонт автомобильных дорог, благоустройство территории, уличное освещение и реализацию программ современной городской среды. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».